Всем привет, мои друзья! С вами Владимир. Сегодня я хочу съездить с лыжниками. Показываю вот эти наши места, где мы собираем рыжики. Посмотрите на бескрайние поля, которые заросли елочками. Вот здесь мы собираем рыжики. Смотрите, ветер задувает, место для сбора грибов прям рядом с поселком. По Николаевской дороге. Вот видите, центральная дорога, вот она. Это Николаевская дорога. Вот я ее показываю. Прям по ней. И во все стороны можно собирать. По этим елочкам. Ну, едем, пособираем. Первая моя остановочка. Сейчас пойдем. Посмотрим здесь вот. Снимаю с машины ветер. Друзья мои, пособираем рыжики, если они есть. Если нет, поедем туда, где они есть. А вот и первый рыжик. Я его уже срезал. Он идеальный. Будем собирать. Ну, в общем-то, они попадаются здесь. Ну, вот такие переростки. Я их даже срывать не буду. Факт, что они гнилые. Поеду дальше. На свое любимое место. Покажу вам. Едем дальше. Иду вот к машине. Вот попадаются они. Но они, видите, уже плохие все. А с виду вон какие. Вон прям загляденье. Но я такие не беру. Надо перемещаться. Вот, друзья, поедем вот сюда. По этой дороге вверх по ключу на свое любимое место. Посмотрим там. В общем, переехал я. Грибов здесь море. Рыжиков. Но они уже переросли все. Вот. Из 10. Один, если возьмешь, и то хорошо. Вот 3 маленьких нашло. А эти пусть стоят. Будем искать. Походим. Видите, как они замокли от дождей. Вот. Вроде хороший сверху. А тут вот. Вот. 3 штуки. Сейчас посмотрим их. Если хорош, покажу. Нет, значит, не буду показывать. Весело здесь ходить. Не устаешь согибаться. Вот 2 небольших. Беру. Эти плохие. Вот тут мелковатые растут, пускай. Ну, идем дальше. Смотрите, друзья мои, какой рыжик вымахал. Здоровущий. Вот он. Вот. Показал вам на своей ладони. Ну, факт, что он уже плохой. Пусть он растет. Вот здесь вот маленький. Ну, как маленький, средненький. Сейчас мы его срежем. Посмотрим. Ха! Плохой. А с виду был отличный. Ну, идем дальше. Будем заниматься тихой охотой.
Смотрите, друзья мои, целые заросли зверобоя. Ветер колышет. И он еще цветет. Надо будет нарвать. Шикарная целебная травка. Я что он здесь растет. Теперь будем знать. Вот какие молодники вроде нашел. Сейчас посмотрим их. Вот три штуки. Посмотрим. Если хороший, покажу. Если нет, не буду показывать. Ну вот, из трех один вот маленький хороший. Это вот под вопросом. Разрею сейчас его. Все, сезон рыжиков заканчивается у нас. Будет осень, может они еще пойдут. Ну, в принципе, сейчас уже конец августа. Вот-вот сентябрь. Ну, идем дальше. Вот смотрите, друзья, какие красавчики стоят. Крылками сосновыми укрыты. Три штуки вроде. Давайте их посмотрим. Мне кажется, они должны быть хорошие. Вот какие. Порадовали. Два идеальных. Вот это надо посмотреть, разрежу сейчас я его. Ну, я доволен. Красавчики. Вот рядом еще парочка. Сейчас мы ее взглянем. Нож медиальный. Классно. Берем. Вот еще один. Тут же рядом. Посмотрим. Идеальный. Он еще маленький. Взглянем на него. Посмотрим. Ну вот, я уже хотел уезжать. Другое место. Порадовали меня здесь под хвоей сосновой. Вот такой пучок зверобоя набрал. Будем сушить. Немножко в чай добавлять. Ван-чай. Ну, переместимся, друзья мои. Покажу я вам еще другое место. Здесь что они попадаются. Но очень-очень они переросли. Вот такое место вот. Едем ближе к дому, проверим еще одно место. Хожу я в новом месте. Ну, здесь, конечно, они попадаются реже, но неплохие. Здесь просто вот комфортно ходить. Травка небольшая. Сосенки редкие. Ну и народу здесь много. Все собирают. Ну и мы. Всем хватит. Смотрите. Этот сорвал. А рядышком в траве. Вот такой вот. Хорошенький. Спрятался. Ну, мы его нашли. Вот посмотрите, какого рыжика нашел. Зажигалку положил для сравнения. И он идеальный. Берем. Порадовал ты нас. Посмотрите, какого красавчика нашел. Сейчас много находил. Но они уже плохие. Посмотрим вот этот. С виду идеальный. Ну, в общем-то, он не особо. Сейчас разрежу, посмотрю. Может, что-то возьмется. Ну,
предыдущие рыжики я забраковал. Взять там нечего. Ну вот рядышком вот такой еще нашел. Смотрите, какой он. Вот какие надо собирать грибы. Идеальный. Крепенький. Приятно. Друзья мои, еще одного громадного рыжика нашел. Посмотрите, какой. И идеальный. Даже удивляет. Такой вот. Берем. В общем-то, неплохо попадаются рыжики. Все я вам не показываю. Но процесс идет. Встречаются они. И довольно-таки неплохие. Сейчас посмотрим вот эти. Покажу вам. Вот это я люблю. Три нашел. И все три идеальные. Классно. Походим еще немного. Ну, друзья мои, полпакет я насобирал. В машине у меня еще пол ведра. Все. Иду к машине. Собираю я всегда в пакет. Почему? Потому что когда вот сквозь эти елочки лезешь, вилки в ведро попадают, потом с ними хлопотно. Мы едем домой. Покажу сейчас вам дорогу Николаевску. Друзья просили показать, где стерляне рыжики собирают. Покажу. Оставайтесь со мной, кому интересно. Едем. Ну вот, друзья мои, возвращаюсь я домой. Вот Николаевская дорога. Мы ее называем Старо-Николаевская. Эта дорога шла в деревню Николаевку. Сейчас трасса есть. Это вот Красные Донки, дачный поселок, Александровский вал. И вот впереди Терлян. Покажу сейчас его с увеличением. Ну вот по таким полям, заросшим. Раньше были поля, вот теперь растут елочки. И хоть вправо, хоть влево можно собирать. Вот вдали наше село. Ну, спасибо, друзья мои, что были со мною. Забирали мы с вами рыжики. Всем пока. Всем мира и добра. С вами был Владимир. Удачи. Берегите себя и своих близких. Пока-пока. Приезжайте за рыжиками. Хватит всем. Они будут расти до осени. Сейчас у нас холодно, обещают тепло. И они снова пойдут. Ну, пока. Пока-пока.